Всем доброе праздничное утро. Католики, вас с вашей Пасхой. Всем с очень вкусной Пасхой. Всем доброе утро. Там кусочек упал. Кусочек это папе. Это мне. Это мне. Слушай, она так не крошится, эта штука, да? Там только немножко кусок отвалился, но ничего. Айсинг. Да, айсинг. Давай яйца присыпем. Подожди. Перед. Давай. У меня. Зад. А, так кофе. Я думала, опять у папы будет антипробиваемое яйцо. Давай другими тогда. Концами. Ну все. Я попку твою. Да, я и другой выбираю, с мамой. Выбирайте. А вот такие яички получились. Красивые. А, так нечестно. О, у меня тоже вон, видишь. Так что, ни у кого нету сильного яичка, да? Или у тебя есть? Нету, у меня все побито. Всем приятного аппетита. Всем приятного аппетита. Мы тут после завтрака обнаружили, что у нас по дому разложены яйца. Ну смотри, где может где-то еще есть? Посмотрим. Вот еще. Вот еще. Сколько уже? Снега тут есть. Вот это заяц наскакал здесь, да? Да. Складывай на стол. Потом с Ксенией поделюсь. Еще где? Вот еще. Интересно, где еще быть? Тут нету. Смотрим. Тут еще. Я еще там не смотрела. Вот еще. Сколько яиц? Ну ничего себе. Да. Интересно. Все? Не, я не думала. Посмотрел. Ну в обувь я думаю, что заяц тебе не закинул. Ну я просто проверяю. На всякий случай, если... Значит, каждому по 5. Я приступаю к готовке обеда. На обед сегодня у нас будут оладушки цукини. Сейчас я их натру, отожму лишний сок, добавлю яичко, соль, перчик и муку. И буду жарить. Потом в сметанку добавлю укропчик, сольку и все. Такой спокойный, легкий, быстрый ужин. Ой, господи, ужин, обед. Потерла сразу в дуршлаг, чтобы лишняя жидкость сразу истекала. Ну и вот, все, я уже замешала и теперь жарю. Вот, смотрите, какая красота получается. Такие золотистые.
добавила туда персиладу, перчик, соль, 3 яйца добавила и на глаз добавляла муку. И вот смотрите, какие яички получились. Вчера так не показала подробно. Вот, видите, с листиками. Потом вот такую наклеечку тоже делала, покупала отдельно. В магазине продаются там на кассе. В польских, в русских магазинах. Вот так. Просто надеваете и кипяточком заливаете. Они так стягиваются. Вот, тоже вот. Это белое яичко. Видите, как смотрится? Это простое было. Просто в шелухе. Красота же? Красота. Мы уже собрались. Всем привет. И сколько? Через минут 20 будем выезжать. Шикарно выглядит. Спасибо. О, все, мы готовы. Нас пригласили на презентацию. Я говорила, да? Нет? Ой, не знаю. Нас пригласили на презентацию... Чего-то. Своего дела, своего бизнеса. Ну, в общем, да. Да. Детали не будем. Вот мы едем. Надо поддержать. Потому что ребят начинают. Посмотрим. Поддержим. Не обещаю вас обобрать. Посмотрим, как будет там. Да. Ну так уже сезончик. Музей какой-то. Интересные какие-то. Видно, не видно, блин. Приближается. Скрипка. Плохо видно. Мы уже дома давно, мы уже поели и собираемся пойти немножечко прогуляться, пока на улице нет дождя. Приехали мы погулять на море. На море. Всем привет, у всех есть чаечек? У меня нет. Ты можешь взять мой? Нет, я не хочу пить. Тут вышли погулять. Да. Мне очень хочется на чем-то покататься. Да, очень хочется, что-то мне вот хочется тоже. Да, жаль, что тебе не на чем покататься. Да. Thank you.
крутые? Да. Нет, это не шишки, мне кажется. Это, кажется, знаешь, какие? Это шишки, Денис. Шишки, да? Офигеть. Такие здоровые? Да. Ничего себе шишки. Да. Это не шишки. Это не похоже на шишки. Или такие как бы. Я покорил Великую гору. Что это? Ой. Пыльца. Я покорил гору, да. Вершины. Там много пыльцы. Да. Ну, типа как цветок, наверное, больше, чем. И сейчас я буду сидеть тут. Не надо. Где папа? Пошли. Нет. А в какую другую школу я попала? Сейчас прыгну. Мама, ой, большие шишки. Пошли. Гуляли, мы дома, мы замерзли, поднялся ветер холодный, да? Угу. И мы делаем чаек себе. Горячий чаек. Горячий чаек. Греемся. Да. Но купили мороженое. Сейчас погреемся и охладимся. И опять замерзнем. И опять будем пить чай. Так мы провели сегодня наш день. И на этой ноте я буду с вами прощаться. Спасибо, что просмотрели. Спасибо большое за вашу обратную связь. Нам очень приятно. Повторюсь еще раз. Увидимся. Всем пока-пока.